Юрий, я рядом с участком в верхнем Истсайде. Хорошо. Электро и демоны не дают продыху моим людям. Ситуация непростая. Увидишь сам. Умеешь ты заинтриговать, Юрий. Трансформаторы подают энергию в здание, заперев там полицию. Юрий, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить двоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь. Ну так я здесь. Готовы решить все электрические и демонические проблемы. Всего 5 трансформаторов. Если как следует замотать их паутиной, они перегреются. Надеюсь. Все, 4 железки. Глазовки, 3 осталось. Я не скучал по Электро с его суперзлодейскими штучками, пока он был на плоту. Запереть полицию с помощью сети трансформаторов? Кто так делает? Полиция свободна, но демоны не отступают. Придется им помочь. В безопасности. Что дальше? Иди в верхний Вестсайд. Мы там спасаем гражданских, но нам мешает носорог. Он всегда мешает. Я иду. Сообщение от Майлза. Эй, Пит, слушай, Мэй попросила позвонить тебе. В ветеранском центре все плохо. Зэки пытаются выломать двери. Здесь Мэри Джейн, мы пытаемся вывести людей через подвал. Но нам нужна помощь. Надеюсь, ты скоро будешь. Надо заканчивать с участками и спешить в Гарлем.
Азаров движется, но бывшие гости Райкера громят ваши полицейские баррикады. Я помогу уравнять шансы. Давай. Если баррикады падут, людям внутри придется. Носорог не бежал от драки. Видимо, он выполняет приказы доктора Октавиуса, быстро нападает на команду экстренных служб и отступает. Должно случиться. Иду! Одна крыша чиста. Ребята, мы на одной стороне! Давайте хотя бы сначала разберемся с зэками! Нарушители будут умиротворены! Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Этот город падет, паучок, начиная с этого места! Спецназовцы Соболя явились добивать остатки беглецов с Райкера. Рад тебя видеть, паучок. Кто ответит за то, что упрятал? Юрий, участок в безопасности. И я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Ладно, отключаюсь. Позвони, если обстановка накалится. Хорошо. И спасибо. Ты дал нам возможность сражаться. Так. Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме. Помочь Мэй. Питер, наконец-то! Ты нужен нам в ветеранском центре. Где ты?
Меня задержали. Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но мы с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь распространяется слишком быстро. Оставайся на месте, Эмджей. Я разберусь. Только быстрее, Пит. Быстрее! Эмджей, стой на месте! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! Мэй! Мэй! Сюда! Мы здесь! Держу! Держись! Тетя Мэй, вы целы? Пробирайтесь к окну! Слишком далеко! Держись! Только держитесь! Давай, глупый кусок! Ну же, Мэй, я спасу вас! О, Господи! Давай! Вперед! Майлз, давай! Нет! Тебя. Цела. Все спасены. Эмджей, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто... Нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Иногда я и сама хочу спасать. Прости, что заставил тебя чувствовать, будто ты не можешь. Мы все еще партнеры. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я не вовремя? Нет, мы с Эмджей, с мисс Уотсон, обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Аскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса Или. Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так? Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты?
Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. Его номер. Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды. В городе немного спокойнее. Майлз следит за пиром, МДЖ ищет средства от дыхания дьявола. Пора найти Отто и сорвать его планы. Юри, пора выходить на след боссов. Насчет Октавиуса ничего? Нет, ничего. Криминалисты даже не могут поработать на Таймс-сквер. В отделе болеют все, кроме стажеров. Возможно, я что-нибудь найду. Сообщу тебе.